Я вас вітаю в ефірі «Вісті. Тема дня». Для вас в студії працює Анна Черненко. І сьогодні ми продовжуємо тему, яка стосується фінансового майдану. Власне, ми говоримо, ми в цій темі зачепимо, як і завжди, дуже великий пласт проблем, питань. І допоможе в цьому розібратися, наскільки змінилася, якщо змінилася ситуація. Наша вже постійна гостя Вікторія Паскалова, голова громадської організації правозахисного об'єднання «Наш час Харків», яке входить зараз у всеукраїнський рух «Фінансовий майдан». Вітаю вас, пані Вікторія. Добрий день. Власне, дійсно, чому я навіть не формулюю тему якось конкретно? Чому? Тому що дуже багато запитань. В останнє ми з вами в студії розмовляли про виконавчу службу, яка буде вже не державною, там мав змінитися статус. До цього ми говорили про кредитування, про, власне, валютне кредитування людей, які опинилися в пастці. Скажіть, будь ласка, ось зараз цієї теми, що нарешті змінилося, чи змінилося? Якісь поступки, зрушення є вже в цьому питанні? Нет, на наши обращения, на наши законопроекты, то есть как бы в принципе мы стоим до сих пор на месте. То есть как бы мы ни обращались, куда бы мы ни стучались, то есть мы до сих пор стоим на месте. Проблема в том, что мы сейчас объединились, вкладчики и заемщики, мы нашли общие темы, мы все пострадавшие от, мы так как потребители финансовых услуг. Многие банки сейчас закрываются, сейчас уже больше 84 банков, то есть ушло с рынка Украины, закрылись, то есть их деньги вывелись в офшоры. То, что осталось на балансе банка, продается через фонд гарантирования, людям не выплачивают деньги. Заемщики этих банков не могут погашать кредиты только из-за того, что инфляция ужасная и скачок валюты. Гривна вообще на нуле, ну, можно сказать. То есть 27 на сегодняшний момент. Это уличный курс, 25 там, с копейками, это официальный курс гривны. То есть не изменилось ничего, мы как писали законопроекты, так мы и пишем, и они зависают в Верховной Раде, в комитетах, нам не дают нигде абсолютно никаких подвижек. Мы проводим акции, мы проводим пикеты, мы обращаемся, ну, везде. То есть мы как стоим на месте, так и стояли. То есть, ну, нас никто не слышит, ни власть, ни Верховная Рада. Мы обращались и в кабинет министров, в Верховную Раду. Мы обращались даже к главе НБУ, потому что это все-таки регулятор национальной валюты. То есть і все опять на прежньому місці. Скажіть, будь ласка, якщо ми будемо говорити про людей, які ось власне у цих валютних клещатах вони затиснуті, про яку кількість людей в Харкові, в Харківській області, ну загалом по Україні ми можемо говорити? Ну, смотрите, на последніх, ну, по последнім підсчетам, це було більше 36 тисяч людей. Це Україна, так? Да, це Україна, да. По Харкову, ну, 200, может быть, немножко больше людей, но это те, которые состоят у нас в объединении. То есть они и есть люди просто, так как нас не освещает СМИ практически, люди о нас толком не знают. Вот сейчас мы проводим акцию, она идет и просветительская акция, и по сбору подписей, ну это мы сейчас вот поговорим. Эти люди действительно оказались в такой ситуации, что из-за девальвации гривны 2014 года, то есть если первую девальвацию многие вытянули 2008 года, то 2014 года, ну, люди просто уже не в силах платить. Так. Потому что средний платеж сейчас, на сегодняшний момент, это средний платеж, 15-16 тысяч гривен. Це на місяць для однієї людини, так, яка взяла кредит? Так это средний. Добре. Є і більше. Скажіть, будь ласка, ми трошечки розкажемо про акцію, яка зараз відбувається, які міста вона охоплює, яка її мета, ну і, власне, строки проведення. Смотрите, ми об'явили акцію ще з 28-го, где-то ноября, ну, може бути, чуть-чуть раніше, 25-28 ноября. К нам присоединились Київ, Львов, Ровно, Закарпаття, то есть это Хуст, Виноградова, южная часть, это, ну, южно-восточная, Харьков, Николаев, Херсон, Днепр, Житомир,
Ну, то есть городов очень много, ну и так далее. То есть мы за первую только неделю акции мы собрали больше 5000 подписей. Это, значит, цель акции. Так как глава НБУ, она отвечает по закону, она отвечает за стабильность национальной валюты. Это, ну, можно я немножко подсмотрю, это статья 6 закона Украины по НБУ. Собираем мы подписи. Мы хотим их отправить президенту, хотим отправить в Верховную Раду, во все международные, в том числе и МВФ, обратиться о снятии Валерии Гонтаревой, занимаемой должности, и привлечении ее к ответственности за невыполнение своей основной должностной обязанности. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, я бачу, що кілька вимог є, так, окрім цієї, ну, ті законопроекти, про які ми раніше говорили, тут ціла така низка, перелік питань, про які йдеться, так, взагалі, рух, який підіймає. Ось розкажіть нам, будь ласка, які засади ви піднімаєте, можливо, знову ж таки, доопрацювання певних законів, законопроєктів вже подані, і на якому етапі зараз все це? Смотрите, у нас був законопроєкт 1558-1, який – це прецедент в Україні. Он прошел 3 чтения, он заветирован президентом. Мы подали, написали и подали новый, ну, он как бы как альтернативный, потому что Кабинет министров подал свой законопроект, там, где 40.04 был без букв, просто 40.04, он затрагивал только и помогал только 5-10% заемщиков. Там введено социальное жилье, которое мы не знаем, откуда оно взялось вообще, это социальное жилье. Люди, которые брали кредиты, они не получали от государства деньги. А там ограничения по метражу, то есть квартиры до 60 квадратных метров, жилые дома до 120 квадратных метров. Я могу просто маленький пример. У меня 64 квадратных метра, трехкомнатная квартира. Это не особняк, это, ну, не больше 100 квадратных. Мне 4 квадратных метра куда деть? Это, ну, откуда норма 60 квадратных метров? Мы написали альтернативный законопроект 4004-1. Но так как Кабинет министров тогда менялся, и Арсений Яценюк уходил, и пришел Гройсман, эти два законопроекта ушли в никуда. Но появился новый опять законопроект 4004-д, который опять же не проходил никаких чтений, то есть он такой же, как был 4004. Мы подали опять же альтернативный 4004-2. Там единственное изменение было, то есть обязательно реестр валютных заемщиков. То есть это обязательное требование, потому что нас все время обманывают. Когда мы просим реструктуризацию, нам рассказывают о том, что мы положим банковскую систему, мы из бюджета вытянем деньги, ну и так далее, тому подобное. Хочу просто обратиться ко всем, чтобы, ну, понимали. Большинство кредитов в реестре, ну, у нас люди писали запросы в НБУ. 80% ответов из НБУ приходит о том, что у людей нет кредитов. Банки не подают отчетность вот по этим кредитам, которым ответили, что нету, только из-за того, что на балансе банка его уже нет, этот кредит. Почему его нету? Это несколько вариантов. Первое. Он списан с резерва, потому что уже рефинансирование банка произошло по проблемному кредиту. Второе. Кредит продан коллекторской или факторинговой компании. И банкам невыгодно, ну, открывать свои карты, потому что они тогда не получат рефинансирование еще от НБУ. Поэтому мы требуем, именно требуем создать этот реестр. Но альтернатива у нас сейчас своя. То есть этой акцией мы захватываем несколько вопросов. То есть, да, мы требуем увольнения Гонтаревой с ее, естественно, расследования ее деятельности на этой посаде.
Мы собираем сразу реестр валютных заемщиков по всей Украине. И третье, мы будем, ну, инициируем расследование судовых решений по Украине насчет валютных заемщиков. Все, абсолютно все решения не в пользу, хотя банков, ну, у банков очень много в договорах оплошностей, очень много нарушений, причем первое из нарушений – это по правам потребителя. То есть мы этой акцией, плюс просветительская акция, естественно, мы рассказываем, кто мы, почему мы попали в такую ситуацию, почему банки ложатся, почему заемщики не могут платить и почему депозитчикам не дают деньги. Зрозуміло. Ще одне питання – це банкротство фізичних осіб, підприємців. Щодо цього, наскільки це, ну, взагалі реальність чи тільки проєкт, можливе майбутнє? Смотрите, сейчас ініціюється, ну, многими, в принципі, фракціями, я не буду уточнять, какими, не хочу, потому что это сейчас скажут, что я там не очень хорошо отношусь к нашим народным депутатам. Законопроект 2353А, это о банкротстве физлиц. Законопроект очень тяжелый, очень, ну, негативный, можно так даже сказать. В этом законопроекте человек не сам становится и, ну, инициирует свое банкротство, как вот если это юрлицо, а человека делает банкротом кредитор. Причем без его согласия. При этом не нужны никакие суды, не нужно ничего. То есть если человека кредитор сделал банкротом, у человека забирается абсолютно все, без суда, без ничего. То есть человек остается нищим. Мы уже писали свои правки к этому законопроекту, ходили на комитеты, пока нас не, ну, не принимают эти правки. То есть они инициируют этот законопроект конкретно в том виде, в котором его подали. Зрозуміло. Ще є декілька пропозицій, наскільки я ознайомилась, саме від вашої громадської організації. Так, це колектори, це приватні виконавчі служби. Ось щодо їх діяльності, ми розповідали про виконавчу службу, що вона може почати працювати, чи почала, чи ні. Ну, і взагалі, ось план колекторів. Смотрите, трошки насчет інший. Частної исполнительної служби. Пока до сих пор, значит, механизм, во-первых, ее работы, ну, не прописан. Плюс они еще должны от месяца до трех, ну, чтобы вступить в действие, сами исполнительные должны пройти курсы, ну, и чтобы допуск к работе. То есть сейчас сказали, это будет или вот в конце года, или январь-февраль месяц. Плюс не прописаны механизмы конкретные, как они будут действовать. То есть это все в подзаконных актах, то есть он принят, он вступил в октябре месяце уже в законную силу этот закон, но до сих пор еще не все прописано. Поэтому ждать сюрпризов, я думаю, нам осталось недолго совершенно. Насчет коллекторов. Они у нас якобы не существуют. Но почему-то банки продают наши долги коллекторским фирмам, коллекторские фирмы переоформляют незаконным путем, через нотариуса, переоформляют полностью право собственности на себя. Мы можем взять, допустим, Укрсибанк, который продает Кей-коллекту долг. Кей-коллект незаконным, опять же, по оговорке, кредитной оговорке, переписывая через нотариуса право собственности на себя. После этого квартира переписывается непонятно на кого, то есть может быть правопреемником, то есть уже право собственности, или на Кей-коллект, или вообще на другого человека. То есть к людям начинают или людей выселять с этого жилья, или начинают просто приходить новые владельцы, которые уже купили эту квартиру. Щоб ми не були ось, знаєте, такі слова без підкріплення прикладом, чи є такі в Україні, чи ми поки говоримо про теоретичну ситуацію? Ні, це не теоретично, це практика. Тобто в Києві кілька зайомщиків, і у нас тут, в Харкові, у нас є зайомщик, там, де Кей-коллект, ще в 12, тобто, ну, Укрсибанк, ще в 12-му році переписав на себе
полностью право собственности. И сейчас, правда, они еще не перепродали эту квартиру, но они требуют все время от людей выселиться или заплатить долг. Хотя, вот опять же, требование заплатить долг у коллекторских и факторинговых компаний, у них нету лицензии валютной. Они не имеют права требовать с людей оплаты долга в валюте. Поэтому это все практика. То есть и практика это. И плюс еще вот сейчас Приватбанк переоформляет право собственности на себя. Тоже по іпотечній оговорці. Я зрозуміла. Ще ось є кілька пропозицій. Вони саме стосуються ось людей, які брали кредити валютні. Що є в програмі? Це мораторій на виселення житла і право людини, право першої руки, коли людина сама може викупити. Да, скажіть смотрите, про наші, ці дві да, позиції. Так, да, вони немножко угу. Різні, ці позиції. Смотрите, значит, право первой руки. Это все прописано в нашем законопроекте, вот даже 4004-2, который никак не может выйти из комитета и пойти на голосование в Верховную Раду. Что такое право первой руки? Банки продают коллекторским и факторинговым компаниям от силы самое больше, это за 10% от долга. Почему заемщик не может воспользоваться также правом первой руки и выкупить свой долг за эти же 10%. То есть у нас прописано, что прежде всего первым должны предложить это заемщику выкупить. Это везде есть даже в европейских странах. То же самое ключи на стол. То есть если человек, должник, он решается отдать залог банку, опять же, это прописано вот в европейской, это есть практика европейская, американская практика. То есть человек пришел, отдал залог и ничего уже не должен. То есть это тоже прописано в нашем законопроекте. У нас есть мораторий о продаже залогового имущества. То есть это ипотеки. Это касается именно ипотеки. То есть это жилья. Это единственного жилья. Мы сейчас требуем, просим приостановить все уже, ну, по решению суда, да, то, что люди находятся в исполнительной, приостановить полностью исполнение решения судов до решения нашей проблемы реструктуризации и усилить мораторий или новый мораторий на выселение и на переоформление на третьих особ. То есть мы сейчас требуем вот этого всего, потому что действительно массовые выселения пошли и переоформление на других лиц. Зрозуміло. Є ще якби інша сфера вашої діяльності, вона нерозривно пов'язана з тим, про що ми говоримо, це правова допомога. І зараз громадська організація створила ось центр правової допомоги. Як давно він діє, хто може до вас звернутися, чи це тільки люди, які ось валютні кредитори? Зараз це і теж і валютні займщики, і ті ж вкладчики. Тобто вони можуть звернутися. Зараз поки у нас тільки один, ну, один офис в Киеве. Мы пытаемся расшириться, ну, вы же сами понимаете, мы все время действуем только сами от себя. То есть мы полностью не относимся к никакой политической партии. Кто нам протягивает руку помощи, мы принимаем эту помощь. Мы разговариваем и сотрудничаем со всеми партиями. Поэтому могут обратиться любой человек к в этот центр. Но большинство мы ведем валютные заемщики и вкладчики. Нас можно найти на Фейсбуке, это «Финансовый Майдан». И сейчас мы своими силами создали свою студию народную, «Мое право» называется. Мы есть на Ютубе, поэтому можно обращаться, ну, смотреть и, в принципе, обращаться к нам. То есть мы освещаем проблемы все. Сейчас все, потому что, ну, сейчас, так как нас не видят и не слышат, мы сами пытаемся донести до людей. И просьба просто, ну, действительно, просьба, кто оказался в такой ситуации, мы сейчас стоим, мы еще будем стоять до конца этой недели в палатках. Вы можете приходить, люди, обращаться к нам полностью, то есть записываться.
за консультацією свого роду, так? Да. Дякую, пані Вікторія. Дійсно, ми намагаємося відстежити цю проблему, наскільки вона вирішується, або ну, хоча б певні етапи, так? Як вона живе, як вона розвивається, скажімо так. Нашим глядачам я хочу подякувати за те, що дивилися нас, за те, що ми небайдужі залишаються до такої проблеми, можливо, вона не торкається їх, але все ж таки це могло торкнутися будь-кого в Україні. А у нас в студії була Вікторія Поскалова, голова громадської організації правозахисного об'єднання «Наш час Харків» та всеукраїнського руху «Фінансовий Майдан». Дякую вам, пані Вікторія. Вам спасибо большое. Думаю, до нової зустрічі. Да. Так.